Кабинет точки роста в третьей школе Карачаевска никогда не пустует. Каждый день здесь собираются ребята, которые обожают биологию, физику или химию. Вот и сегодня ученики 9 класса решили рассказать младшим товарищам, какой вред человеческой коже может нанести бытовая химия. Получился своего рода дополнительный увлекательный урок. Сегодня, благодаря открытой в нашей школе точке роста, мы смогли провести полезный для нас опыт, который показал нам, какие средства могут быть вредны для нашей кожи. И также многие дети в России могут благодаря точке роста провести свои эксперименты и углубленно изучить такие предметы, как физика, химия или биология. Для каждого ребенка это не просто возможность побывать на интересном занятии и получить новые знания, но еще и бесценный опыт в использовании современных технологий при изучении школьной программы. Этот урок был очень интересен. Я узнал много интересного, что такое pH, вся кислотность, что это такое, какую кислотность имеют разные вещества, безопасны ли они. А в соседнем лингофонном кабинете идет необычный урок английского языка, ведь он совмещен с уроком карачаевского. Эту методику обучения по праву можно назвать индивидуальной. Учителя уверены, что совмещенные уроки помогают более эффективному изучению языков, а лингофонное оборудование в разы увеличит эти успехи. Детям было очень интересно, и действительно очень много общего между карачаевскими и английскими созвучиями, произношением звуков. Я надеюсь, что им понравилось, и мы будем продолжать дальше. Лингофонный кабинет – это самая незаменимая вещь в современном мире, я так считаю. Тем более в нашем городе для детей это в первую очередь большой плюс для их произношения, четкого профессионального произношения. Мне очень понравился этот урок. Я никогда не думала, что можно совмещать английский с карачаевским. Мне очень было интересно, я узнала много чего нового. В этой школе большой упор делается на внеклассные занятия, причем не только с применением современного оборудования. Внеурочно школьники занимаются и спортом. Еженедельно у младших классов проходят занятия в бассейне. Малышей не просто учат плавать, а превращают занятия в увлекательную игру. Во-первых, опорно-двигательная система, позвоночник, суставы. Все это развивается, растет. Дыхательная система. Мы даем упражнения на дыхание деткам. Ну и самое главное, чтобы дети владели водой, не боялись, понимали, где вдох сделать, где выдох, и свободно плавали. Словом, комфортная современная школа уже не мечта, а реальность. А учитывая, что ежегодно в образовательных учреждениях по всей Карачаево-Черкесии проводятся капитальные ремонты, открываются кабинеты доп. Образования и появляется современное оборудование, можно с уверенностью сказать, что уже совсем скоро каждая школа в регионе будет отвечать современным образовательным стандартам. Алина Гидиева, Далиль Мирза, Архыз 24.